Твери прошел фестиваль мотоциклетного спорта 2024. На площадке у мультимедийного парка «Россия. Моя история» состоялся финальный этап престижного соревнования «MotoGP Ханна». Фигурное управление мотоциклом или «MotoGP Ханна» – спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов. Фестиваль уже второй год проходит в областной столице. На нем Федерация мотоспорта рассказывает о дисциплинах, которые развиваются у нас в регионе, о технике, которая в них используется. Всего в фестивале принимали участие 27 спортсменов. Они демонстрировали свои навыки фигурного управления мотоциклом. Все гости фестиваля смогли детально рассмотреть мотовездеходную технику, а для гостей младшего возраста этот особый вид удовольствия. Каждый желающий посидел на новых квадро и мотоциклах.